2018 год объявлен годом развития малых сел и поселений. Глава Тувышалбан Караул в своем послании Верховному Хуралу отметил, что среди основных приоритетов 2018 года нужно сделать акцент на развитии малых сел. Так, на сегодня в республике насчитывается более 60 сел, в которых живет менее 1000 человек. Из них в 14 менее 500, в 8 менее 250 жителей. Кроме того, на настоящий момент в 33 селах нет водоснабжения, в самых малочисленных нет мобильной связи, в 7 селах действует только таксофон. При таком низком качестве инфраструктуры жизнь в малых селах трудно назвать комфортной. За последние 6 лет малые села покинули более 300 человек. Так глава Тувы поручил правительству республики создать проектный офис и сформировать проект. Он будет называться «Село, в котором я живу». Проект планируется рассчитать как минимум на 5 лет. Для начала нужно провести анализ, выявить проблемы и их причины, найти тонкие места, на народных сходах провести откровенный разговор. Как предполагает проектный подход, нужно зафиксировать стартовые условия по основным параметрам, среди которых базовые экономические показатели села, демография, миграция, здоровье и качество образования.